Ну что ж, всем привет, вы на канале Фортмак, мы продолжаем проходить Undertale. Итак, мы наконец-таки разобрались с Undyne, это было очень напряженно, сложно, и теперь мы находимся все ближе и ближе к ядру этого подземелья. Довольно пафосно позвучало и даже немножко слащаво. Так, а вот и лаборатория. Лаборатория Альфис. Так, тут мы не пройдем. Как говорится, я некоторых моментов не помню. Да, это я. Ах, вот и Альфис. Наконец-таки. Один из таких самых моих любимых персонажей. Да, я понимаю, я действительно, блин, появился, ну, не так скоро, как ожидалось. Да, в одном лишь халате. Да, ребята, я, наверное, не буду уже озвучивать персонажей, потому что у меня немножечко уже болит горло, но думаю, что в следующих сериях уже снова вернусь к этой традиции, к озвучке. Так. Ты заболталась, давай-ка, возвращайся к делу. Привет. Королевский ученый Асгора, очень приятно увидеть тебя. Из плохих, ребят, ага. Ну, конечно же, я замечал в кустах, в камнях камеры. Так сказать... Ты за мной следила постоянно, вот, за каждым моим шагом. Сериал, по сути. Ну давай, мне интересно, как пройти через жаркоземье. Давай, говори уже свою проблему, которую я уже точно знаю. Ага. Полезным, ага. Ах, да, Альфис. Слишком ты поздно осознала тот факт, что... Теперь ты мне собираешься помочь. Теперь меня пытается убить робот. Ага, великолепно. Вот зачем ты сказал, Альфис? Ты же понимаешь, что по закону жанра он должен прийти сейчас. Слышал ли я? Да, блин, смотри, земля подпрыгивает. О, нет. Оу, yes. Не, ребят, я нафиг посылаю это все и буду озвучивать потом уже в следующих сериях. Оу, oh, yes. Вот это я понимаю шоу. Давайте уж поприветствуем. Конечно, в первый раз. Блин, я в первый раз вообще подземелье. Ну, этого стоило ожидать. Меня постоянно пытаются убить. Ладно, Метатон, который больше похож на огромный тетрис с руками на одном колесике. Ну давай. Приз за правильный ответ. Где тут... А, больше вопросов. Немножко забыл, что Альфис дает подсказки нам. Полное имя короля. Где там Асгар Дримур? Давай. Из чего сделаны роботы? Ну? В принципе, этого и следовало ожидать. Так. Давай, следующий вопрос. О, господи. Изумлен?
Ну, просто мне немножко помогли. Тупая машина. Сколько мух в этой банке? Да, Альфис действительно умная. Так быстро пересчитать такие головоломки, ну, как сказать, головоломки. Посчитать задачку такую большую, а также посчитать количество мух. Быстро она. Так, где Фрогет? Стоп. Метатон? Черт возьми, ах ты хитрый ублюдок, а? Ну давай. Да естественно. Давай, следующий вопрос, я хочу больше. Сколько букв в имени Метатон? На-на-на-на-на-на. Да естественно, С. Ох, ты ж, блин, хитрец. К тяжелой артиллерии? Какое любимое блюдо? Мяу-мяу в игре, мяу-мяу, милашка-целовашка. Ай-яй-яй-яй-яй, Альфис. Очень плохо, что тебя заметили, что ты подсказываешь. Ладно. Ой-ой-ой-ой. Да, уж очевидно. Хотя это я знаю лишь по одной простой причине. Потому что проходил игру, и потому что чертовы арты. Программные переменные. Ну, любовь. Любовь. 101% вероятность влюбленности. Ну, это логично, в принципе. Чего вы еще ожидали? Ну и давай. Первый выпуск? Ладно. Метатон, ты мне понравился. Пока что. Надеюсь, дальше не будет только хуже с убийствами и прочим непотребством. Естественно, что-то особенное. Естественно. Пакет с собачьей едой. Он наполовину полон. Так. А, ну я понимаю. Ну и что ты хотела? Стоп. Да, он древний. А чё ты ожидала? Стоп, ты кого-то убил ради того, чтобы починить телефон? Чё за крики были? А. Официальные друзья в соцсети. Как жизненная. Да хорош уже. Все, спасибо. Холодильник заполнен лапшой. И газировкой. Да, возьмем лапшу. Так, на компьютере. А, какой-то головоломки. Прохождение игры. Ладно. Сюда мы не сможем пройти. Это Альфис, это понятно. Так. Нет. Пожалуй, лучше не будем смотреть. О, мой бог, какой офигенный арт. Единственным чистым платьем. Ну, мы уже знаем. Те, кто проходили, уже знают, для чего оно будет нужно. Так, с розовыми рыбами на абажуре лампочки нет. Вау, круто. Ясненько, значит, это, по сути говоря, должно было быть будущим Метатона до того, как его Альфис переделывала. Если честно, я посмотрел бы с ним парочку передач, это было бы круто. Хотя из этого можно сделать небольшой веб-сериал. Ах, я так понимаю, сейчас начнется это, да.
обновление статуса. Нет, спасибо, мне не нужна помощь. Так, не сюда. Прости, вулканчик. Я, пожалуй, уйду. Серьезно, я не хочу с тобой драться. Ты слишком милый, вулканчик. И, конечно же, офигительный музон. Куда ж без него? Так, не сюда. Такс. На скоростном таком. Ох, ты ж ё-моё. Блин, эффекты вроде бы простые, но, блин, так круто выглядят. Так, сохранимся. Так, я уже сохранился, не надо. Блин, вот этот эффект, блин, очень напоминает мне игру Earthbound. Там подобный фон был во время битвы с последним боссом Гайгасом. Господи, что за депрессивы? Чё за нафиг? Сундеры План. Ну, это, естественно, шутка про Сундера, Тандера, вот эти, вот, по-моему, профили персонажей в различных анимехах и прочих таких вот японских штучках. Я точно не знаю, что это значит. Но, по-моему, Сундера от слова Тандер, то есть это человек такой вечно спорящий с кем-то или типа того. Просто, серьезно, я в японских таких вот терминах не шибко сильно разбираюсь. Так, куда же нам идти? Альфис? Да звони ты уже, господи. Да уж, логично, кто мог позвонить? Давай, говори, что же ты хочешь. Итак, синие лазеры. Окей, давай, давай, говори. Ну, это естественно. Так, Альфис, определись уже. О мой бог. Серьезно, что с ней не так? Так, аккуратненько действуем. Пока что стоим. Блин, зря это сделал. Фух. Переключатель. Все, лазеры выключили. О мой бог, я забыл сказать им. Ладно, 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 Альфис, окей. Мое фото? Чего? Фото мусорки. Альфис, гениально просто. Ладно, Альфис, давай, успокойся. Серьезно, какая-то очень, блин, нервозная. Хотя, возможно, просто социофоб, вот она и боится разговаривать. Ладно, окей, я лишу головоломки. Так, давай направо. Блин, сначала направо надо было. Посмотрим, что за головоломочка направо. Так, о. Да, люди действительно любят Метатона. Хотя я бы, если честно, полюбил бы данного персонажа, если бы он был бы тоже на телевидении или в интернете. Серьезно, это было бы круто. Я посмотрел бы такое шоу. Три дюжины членов. Это круто. Действительно, уже много людей. Так, и что нужно делать? Подбить вражеский корабль, двигайте ящики, чтобы выполнить миссию. Так, а ты что скажешь? Так, патроны кончались и начинал заново. Ага. Ладненько. Так, я не понял, что нужно делать-то хоть? А, ну вот и все. Выполнили. Довольно просто, если честно. Просто нужно было
сделать банальнейшее движение ящиком и все. Альфис, ну ладно. Давай, покажи мне свои козыри. Давай. Ну, отличненько. Справились. Ох ты ж, ё-моё. Огненная девушка, похожая на Грилби в... по-моему, японской одежде школьницы. Окей, стойте тогда, раз вы так хотите стоять здесь. А должны... А, ну все-таки действительно это школьники. Так, а тут посложнее уже. Ясненько. Ну теперь-то куда легче. Отлично. Вот и все. Головоломочки мы решили, теперь осталось только дождаться нашего прохода. О, да. Наконец-таки открыли. Так, что там, Альфис? Пофиг, я просто объясню. Ну? Давай, объясняй. Давай. Только если это проблема, Альфис, я уже все сделал. Господи, у него такое лицо перекошенное, как будто она сейчас собирается пернуть. Да, довольно неприятно прозвучало, но серьезно, блин. Сейчас в последнее время, когда замечаешь много таких шуток про то, что у некоторых актеров лицо такое, как будто они просто сдерживают подливу, грубо говоря. Особенно у Супермена в Лиге Справедливости. Как бы это странно не звучало, но так оно и есть. Это жутко даже выглядит немного. Так, продолжаем. Окей, так, что у нас здесь? Полная темнота, и давай-ка, включай свет. Вот террас, вот теперь я помню, что здесь будет. Нечто потрясающее. Давай, Метатон. Спасибо, я польщен за такое приветствие. Готовим с роботом-убийцей. Великолепно. Отлично, ну и что же это за рецептик такой вот, а? Торт. Спасибо за аплодисменты. И что за ингредиенты? Сахар, молоко и яйца. Так. Молоко, сахар. Спасибо, конечно, но... А, это product placement. Конечно же. Если у вас получится узнать вашу еду. Великолепно. Все, продукты у нас на месте. Честно, я бы тоже не прочь печь, особенно яблочного пирога. Серьезно, я обожаю яблочный пирог. Отлично. Ах, да. Кажется, что-то забыли. Самый важный ингредиент. Да, человеческую душу. Блин, такая музыка сейчас как будто, не знаю, в контре или в каком-то еще экшене 80-х, 90-х для NES. Подожди-ка. Ага, замена ингредиента в рецепте. Ну? Ну, что если кто-то? А, да, смотри-ка. Ты что, не учел для вегетарианцев? Серьезно, надо учитывать для вегетарианцев. Да, это блестящая идея. Стоп. Не, серьезно, я помню этот момент, но все равно мне интересно, а что такое за вкусозаменитель человеческой души? Что это такое? То есть, кто-то смог найти что-то такое же по вкусу, как человеческая душа? Ладно. О, вот теперь я вспоминаю, что нужно будет делать. Да, это будет весело. К изначальному плану. Ничего, я успею.
Ладно, ничего, успеем. Да. Оу, да. Доставай телефон. Я хочу это увидеть. Хотя почему-то телефон больше похож на какую-то электрическую щетку. Да пофиг, главное, что у тебя мы можем летать. Ну давай, Фриск. Погнали. Хотя, какой Фриск, не знаю, просто уже назвался своим именем. Но мне почему-то привычно называть персонажа так, как его зовут по канону. Так, уклоняемся. Блин. Аккуратненько. Блин, такой цепляющий музончик еще. Так, аккуратно. Отличненько, мы все ближе-ближе к цели, а яйца падают. Так, уклоняемся, уклоняемся. Молоко меня не остановит. Великолепно. Да я тебя превзошел. Да, дурно. Стоп, а шоу? Ах ты хитрозады, а? То есть ты уже сделал готовый торт? Да, получилось. Спасибо, Альфис, ты, по сути, мне, так сказать, жизнь спасла. Посмотрим, а тортик-то остался? Так. Да, я понимаю, а где торт? Где мой торт? Жаль, тортика не оставили. Ну что ж, а вот и ядро. Да уж, огромный источник. И, конечно же, объект теорий про великого и могучего Гастера. Да. Действительно, большая башня такая. Ну что ж, ребята, на этом, думаю, стоит закончить. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и всем пока.